Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Очень рад приветствовать вас на вашей родной белорусской земле. Вы только что вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. Нечастым гостем вы стали у себя дома. И хотелось бы узнать, все-таки мы каждый день рассказываем о том, что происходит в Эмиратах, а как обстоят дела здесь? Вот ездит Юнибус. Расскажите, что это такое? Вот сколько мы здесь находимся, оно уже давно нарезает круги. Круги нарезают, образно говоря, для того, чтобы пробежать тысячи, десятки и сотни тысяч километров. Это проходит тестовые испытания в определенном режиме, с определенным программам. Когда, видите, он открывает дверь. То есть мы тестируем двери, открытие-закрытие. Причем любую погоду. Дождь пошел, там, снег. А как протекание вот, дождевой воды? Другие вещи, да, тестируются. Потом разгон. Езда со штатной скоростью. В идее скорость где-то порядка 60 км в час, трасса короткая, и он не доходит до конца, больше скорости нет смысла здесь развивать. Хотя мы, вот этот Юнибус разгонялся со скоростью 103 км в час. Но трасса настолько короткая, что это ну, уже предаварительная ситуация, лучше ну, так не делать. Да? Мы большие скорости получим в Эмиратах. А как там? А здесь, ну, вот 60 он, нет, даже нет, больше, чем 60 км в час. Да? То есть разгон, штатная скорость, торможение, открывание дверей, закрывание, чтобы проверить все системы. То есть ресурсное испытание? Да. Не только колеса или там привода, или там тележки, но и всех других агрегатов. В том числе система открывания и закрывания дверей. Спасибо большое. Вы упомянули сами Эмираты. Хоть пару слов, как там обстоят дела? Ну, мы активно там работаем, и часто я слышу слова, что почему так долго? Ну, вообще-то я не понимаю, честно говоря, этих слов, потому что долго. Мы фактически вышли на площадку только в январе месяце, даже в феврале. И мы вышли на площадку в другой стране, где другое законодательство, другие требования, другие подходы. Организация работает ко всему. Вот, например, мы вышли на площадку здесь и строим. А там ты не можешь строить сам. Должен быть генподрядчик обязательно. И ты не можешь сам работать с генподрядчиком, а должен работать через консультанта. То есть это другая компания, которая консультирует. И она должна согласовывать все чертежи не ты, а вот консультант. Это для нас ново, непривычно. Для них и для подрядчиков, субподрядчиков, для консультантов струнная система абсолютно новая. Они не понимают, что такое. Они ничего подобного не строили. Когда говорят, что вот ваш деревянный дом строится так долго, да вот за это время небоскреб построили. Первый небоскреб, я думаю, строили не один год. Но это было 100 лет назад. А сейчас и строить никаких проблем. Все отработано. Там простейшая на самом деле технология. Опалубка, колонны, этаж. Снова палубка, колонны, этаж, остекление, отделка, там инженерное оборудование, все, небоскреб готов. У нас этого, то, что мы делаем, на рынке этого нет. И деревянный дом, он первый дом в Эмиратах. Вы только вдумайте, первое здание в стране, где запрещено строительство деревянных зданий. Как думаете, это легко согласовывать? Я думаю, что даже получить разрешение на его строительство было не легким и не быстрым делом. Да, так даже когда начали строить, вот, представьте, там тоже есть и пожарники, есть МЧС, там, ну, аналогичные службы. И как нам пожарники, например, говорят, мы никогда вам не согласуем. Потому что для того, чтобы он дом удовлетворял нашим требованиям, вы должны с каждой стороны дом покрыть слоем бетона толщиной 30 сантиметров. То есть 30 сантиметров с одной стороны стены деревянной и с другой стороны. Тогда вы дом ведете в эксплуатацию. Ну, естественно, мы же такой дом не будем строить и вводить в эксплуатацию, да? Поэтому построим скоро, вопросов нет, и уложимся менее чем год. И не надо сравнивать здание или там даже небоскреб с новой дорогой, с эстакадой, которая является разновидностью мостов, эстакад транспортных. Скажите, вообще много историй, когда, допустим, мост там длиной, вот у нас там трасса 400 метров, эстакада построена была менее чем за год. Я вообще такие истории не знаю. Ну, войну, может быть, да? Поэтому где же это долго? И почему-то думают, что чем короче, тем быстрее строить. Да нет, это не так.
Там же не просто дорога, натянул струну и что-то там повесил, какой-то там, я не знаю, коробку, которая что-то там поехала или не упала, говорит, о, все, проект состоялся, да? Мы должны построить две анкерные опоры, которые несут нагрузку несколько сот тонн горизонтально, в пустыне, в песке, усилить песок, да, сделать фундамент, да? И причем это не просто анкерные опоры, это станции, полноценные станции, их две. Ну что, что 400 метров? И две станции, причем она многоэтажная, с вот такой нагрузкой, со всеми системами, которые нужны в станции. В том числе система кондиционирования, там же жара очень сильно, там она не так просто, с лифтом стеклянным, с хорошей отделкой, потому что нас посещать будут серьезные делегации. Естественно, мы должны показать, скажем, во всей красе, а не что-то там, да? И у нас работает, ну, больше десятка субподрядчиков. И в этих условиях мы работаем. И движемся нормально, я считаю, абсолютно нормально вперед. И понимая вот эти сложности, которые не связаны ни с СКВМ, ни с нами, да, а ну, объективные причины. В том числе и климатическую условия надо учитывать. Мы не привыкли работать при жаре плюс 50 в тени. А представляете, на солнце. Поэтому даже летом там законодательно запрещено не работать днем. Законодательно. И остается только утро и вечер. Поэтому нельзя работать, допустим, три смены там. Нельзя работать в выходные, там запрещено. А здесь мы можем работать и в три смены. И в выходные, если это надо. Поэтому я считаю, что это вот... Мнение о том, что мы затянули и медленно строим, оно ну, не объективно, на самом деле. И без понимания причин, почему это происходит. У нас есть сводные работы, в том числе в путевой структуре. Причем сварка должна быть равнопрочная. Там варится высокопрочный металл специальными электродами, где в состав электрода входит и вольфрам. Там специальный режим и так далее, то есть должны быть сварщики высокой квалификации. К сожалению, мы в Эмиратах вот у подрядчиков не нашли вот, ну, нужного уровня квалификации, поэтому туда поехали работать наши сварщики, которые варили вот наши путевые структуры, стали варить там. И потом оказалось, что мы сварили, и это абсолютно удовлетворяет требованиям нашим, а оказывается, их требования не удовлетворяют. Потому что рентгеновская, когда дефектоскопия показала, что во время разжигания дуги из электрода в вольфрам попадает шов. Получается маленькие вкрапления вольфрама, которые, допустим, американские нормативы не допускают в шве. Потому что они считают, что со временем там возникнет коррозия, дефект, и шов может быть разрушен. Наши нормативы это допускают. Мы это разве это знали? Нет, конечно. И нам пришлось переварить конструкцию. И другие вещи. Обо всем не расскажешь, да? Но мы учимся, и получая этот опыт, нам легко будет потом строить. У нас впереди адресный проект. И только мы знаем тогда, как там работать. Другие этого не знают. И мы будем опять впереди планеты всей. Global Star Club. Возможности безграничные.